День празднования юбилея Георгиевского храма начался с закладки в микрорайоне Зеленой аллеи первого камня нового Покровского храма. Обряд освящения провел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Во время церемонии митрополит Ювеналий обратился ко всем присутствующим, вспомнил историю строительства Георгиевского храма, дал напутствие и преподнес подарок храму икону Пресвятой Богородицы. Чтобы Царица Небесная помогала ему и всем строителям в этом святом благородном деле. На торжестве присутствовали строители храма, местные жители, представители казачьей народной дружины и глава Ленинского района. Деньги будут идти от благотворителя. И у нас есть застройщик, строительная компания МИЦ, которая застраивает данный микрорайон, которая изъявила желание заложить храм. Сегодня владыка перед нами поставил сроки строительства не более 2 лет. И я думаю, что я возьму патронат над этим храмом, так же, как и мои предшественники работали над строительством Георгиевского храма. Раньше жители близлежащих домов ходили на службу в Георгиевский храм. Но в скором времени церковь будет находиться в шаговой доступности. Мы очень рады, мы ждали давно этого события. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это один из самых значимых праздников для казаков. Они всегда чтили Покрова Пресвятой Богородицы. Далее события переместились в Георгиевский храм, в котором прошла праздничная служба в честь 10-летия со дня освящения обители. Храм был построен за рекордные сроки, менее чем за 1,5 года. Уже в сентябре 2006 года на храме засияли кресты, а открытие его стало одним из главных в жизни верующих нашего города. Как и тогда, божественную литургию возглавил митрополит Ювеналий. И священнослужители, и верующие облачились на службу в праздничные нарядные одежды. Ведь, как и все 10 лет, день рождения Георгиевского храма – один из самых значимых и любимых праздников у прихожан. Татьяна Брылова, Алексей Митронин, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.